Первый в этом году сбор российской команды регбистов проходит под руководством нового тренера. 3 августа был подписан контракт с 54-летним валлийским специалистом Лином Джонсом. Он будет готовить нашу сборную к предстоящему Кубку мира, который пройдет в Японии в ноябре. Сборная команда России растет и уже показывает достойные результаты. Но моя задача подготовить ребят так, чтобы они показали хороший результат на Кубке мира. Нас ждет тяжелый год, много игр и тренировок. Мы будем собираться на тест-матчи и сборы вплоть до сентября. Сборная России должна и может стать конкурентоспособной и побеждать команды Румынии и Грузии. На 3-й предсезонный сбор главный тренер команды Лин Джонс вызвал 39 игроков. Это основной костяк команды, а также молодые перспективные спортсмены из других клубов. Здесь, на базе Югспорта, они будут проводить тренировки на протяжении 12 дней. Впереди у сборной России серия игр Кубка Европейских наций. Первая игра пройдет с испанцами 10 февраля. Европейский турнир будет проходить, опять же, среди команд России, Бельгии, Испании, Германии, Румынии и Грузии. Мы сыграем 2 игры дома. Это будет игра с Бельгией, кажется, 17 февраля здесь, в Сочи. И будет еще одна игра против Грузии. Это заключительная игра. Это в марте месяце в Краснодаре планируется, насколько я знаю. Вот, опять же, ждем наших болельщиков здесь. На сборах не задействованы игроки Енисея СТМ, но они также тренируются в Сочи. Здесь они проведут заключительный домашний матч Европейского кубка вызова в текущем сезоне против английского клуба «Бристоль». Матч состоится в субботу, 12 января в 15 часов. Вход для зрителей свободный. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.